Всем привет, с вами Алексей, Харьков, Украина. Это Павловню вам показываю. Здесь не земля, здесь глина. Вот так растет растение. Посмотрите, как оно выглядит. Оно поливается. Ну, через день, как минимум. Сейчас жара стоит, 31. Вот, утром или вечером поливается. Вот здесь лещина у меня еще так все перед двором находится. Вот, хотел бы показать лист. Как выглядит лист? Давайте посмотрим. Вот жара, солнце светит, а у растения все хорошо. Я понимаю, вы скажете, ну так это ж лещина, она такая должна быть. Ну так какая она должна быть, если она растет в лесу, в середине леса в основном, да? То есть, понятное дело, что она генетически, скорее всего, к такому солнечному свету не приспособлена. Ну вот, как видим, выглядит она достаточно хорошо. Значит, смотрите, обработки здесь ведутся, и я грешу, что благодаря обработкам именно так она и выглядит. Конечно, есть какие-то небольшие моменты, не знаю, то ли это ожоги, вот здесь кто-то подкушал, скорее всего, и так далее. Ну, по крайней мере, в основном растение развивается и выглядит великолепно. Поэтому, ребят, давайте не валить все на жару, на ожоги. Я понимаю, что и ожоги есть, и, к сожалению, заметил такую тему, что если поливаешь, допустим, рано вечером или поздно утром, когда уже солнце выходит такое серьезное, и я заметил, что на листве потом появляются ожоги. Ну, не знаю, ожоги это ли болячки, будем еще разбираться, но тем не менее. Если вы будете ухаживать за своим растением, здесь я сейчас покажу, наверное, не видно, но здесь глина. Она насыпная, здесь не земля, а здесь, когда в доме из-под пола выкидывали именно глину, и здесь выкидывали эту глину. Растение высадилось, конечно, не в глину, а я засыпал немножко земли. Тем не менее, приросты сумасшедшие, развиваются хорошо. И, как видим, лист хороший. Такой же лист должен быть и у вас. Поэтому никого не слушайте, обрабатывайте. Противники, пожалуйста, биообработками работайте. Но там очень сложно. Поэтому я их сильно не рекомендую. Потому что сложно. И, ну, все-таки эффекта такого, скорее всего, не будет. Вот, поэтому, если что, то весной используем химию, пока ореха нет, тем более ничего страшного, и у вас тоже будут такие прекрасные, замечательные растения, поэтому ухаживайте. Растение замульчировано, тут солома, она уже перепревает, конечно, но она в принципе есть, постоянные поливы, и вот, вот такие вот результаты. Всем спасибо огромное, кто смотрел, поставьте лайк, кому понравилось это видео, кому очень понравилось, поделитесь с друзьями. Там есть внизу строчка «Поделиться». Напишите комментарий, если что-то осталось непонятно. Кто не подписался, подпишитесь со звенящим обязательно колоколом, чтобы получать все уведомления. И всем огромный привет из Харькова. Всем пока!